Блэкберна не смог принять участие в матче, он травмирован. Надо сказать, что Блэкберн и без него начал встречу очень активно. И вот уже Брэд Эмерсон отправляет мяч в ближнюю девятку и тем самым выводит свою команду вперед 1-0. Сразу скажу, что Алексей Смертин в этом матче не играл, у него травма была. Ну и в отсутствие Смертина его команда выступила очень бледно. Блэкберн на протяжении практически всей встречи Чарльтон переигрывал и превзошел Чарльтон не только так.